Содействие и поддержка международного мира является одним из главных приоритетов движения неприсоединения. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в формате видеоконференции на церемонии открытия Международного года мира и доверия в Туркменистане. Глава МИД также отметил, что на 18-м саммите в Баку в октябре 2019 года страны-члены движения подтвердили актуальность целей и принципов устава ООН, а также норм и принципов международного права, которые имеют неоценимое значение в защите прав человека. Министр отметил важность продвижения диалога, терпимости, взаимного уважения, понимания и примирения на региональном и международном уровнях в борьбе с радикализмом, экстремизмом, государствами-членами организации. Движение неприсоединения приветствует принятие резолюции 7423 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой подчеркивается важность межрелигиозной и межкультурного диалога, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.